тобой кажется нормальным просто потому, что ты привык. Привык, что не знаешь половину друзей лично. Что у успешного человека должен быть автомобиль. Что на образование нужно тратить 5 лет. Привык полагаться на мнение большинства. Собирать справки, чтобы получить справку. Смотреть, что показывают, а не то, что хочешь. Просить пароль от Wi-Fi. Отключать интернет в путешествиях. Пора отвыкать. Интернет в смартфоне без лимита. Роуминг по России без доплаты. Мобильный оператор без навязанных услуг. Твоя Йота.